Даша, и сегодня мы с вами будем открывать вот такую вот очень большую посылочку с куколками. И не только. Вот такая вот посылочка. Давайте ее будем поскорее распечатывать. Вот такая наша большая посылочка. Итак, первое, что я нашла, это вот такая вот пони Fluttershy из серии Радужный Рок. Вот такая вот она. Красивая. С разными заколочками. Вот такая вот очень-очень красивая поняшка в такой коробочке. Вот так коробочка сзади выглядит. Очень классная Fluttershy. Она мне очень нравится. Следующая куколка. Ух ты, это Мэдлин Хаттер. Вот такая вот Мэдлин. Она у нас из базовой серии. Я очень люблю эту куколку. У меня точно такая же есть. Вот так вот она выглядит сзади. Здесь вся история Мэдлин Хаттер. А здесь у нас лежит подставка. Вот такая вот Мэдлин. И также есть вот такой вот дневничок. Очень классная куколка. Следующая куколка. И это у нас Apple White. Также из базовой серии. Также прилагается дневничок. Коробочка выполнена в виде книги. А здесь также история об Apple. И также подставочка. Мне очень нравится этот персонаж. Я очень люблю Apple White. И последняя наша куколка. Это Оперетта из серии Страх Камера Мотор. Она очень-очень классная. К ней идут очень много аксессуаров. Такая сумочка, фотоаппарат, подставочка и даже книжечка такая. Очень классная коробка. Я очень-очень люблю оперетту. Вот так вот она выглядит. Очень классная куколка. Ну и вот такую вот крутую посылочку мы сегодня с вами распечатали. На моем канале скоро конкурс. Я разыграю вот эти вот три куколки и вот эту вот поняшку. Ждите видео с началом конкурса. Всем пока!